0 градусов на улице, плюс 10 дома. Горожане продолжают жаловаться на низкую температуру в квартирах и в социальных объектах. Напомню, отопительный сезон начался в Петропавловске 25 сентября. Подключить к отоплению весь город монополисты обещают к 9 октября. В среду после долгого ремонта запустили пятую магистраль. От нее зависит температура в домах жителей 19 и 20 микрорайонов, поселка Барки, в 3-й горбольнице, а также в 16 и 19 школах. Как сообщили в городе, в Акимате отопление уже подключили в 654 многоэтажках. Это почти 62%. Но тепло ли там? До сих пор замерзают воспитанники детсада «Чайка», ученики первой гимназии и первой школы. Уроки там сокращенные. Коммунальщики объясняют это низкими параметрами в сетях и обещают в ближайшее время исправить ситуацию.